На республиканском турнире по плаванию среди инвалидов приняли участие 44 спортсмена. В основном все участники собрались из Якутска, но были спортсмены из Мирного. Соревнования прошли на дистанции 50 метров вольным стилем. По результатам состязаний на среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата с результатом 31-49 Михаил Кириллин из Якутска выполнил норматив первого взрослого разряда. В спорте глухих норматив второго взрослого разряда выполнили Роман и Егор Кузнецовы, а награду за волю к победе получила Мария Кудрина, и номинация за победу над собой досталась Михаилу Скрябину. Турнир проводится прежде всего с целью повышения спортивного мастерства. Мастерство спортсменов растет. В ближайшее время мы планируем отправить наших спортсменов на всероссийские соревнования. Чемпионаты среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и по спорту глухих среди лиц с нарушением слуха.